Это Илью играет сзади дома. Защита. Макс, он понимает, кого ты Все ближе мы подходим к завершению первого тура, но есть еще команда, с которыми мы не успели сегодня поздороваться, не успели насладиться игрой, и такими командами в том числе являются Нордеа и зарубежные. Две очень интересные команды, совершенно игрой по стилю, в первую очередь. В прошлом сезоне у Нордеа далеко не лучший результат. Четвертое место во втором дивизионе. И всего лишь на одно очко они опередили Метлайф. Если бы не важный набранный балл, то могли опуститься на самое топ-то, что со дна. Отталкиваться удобнее, но, думаю, это утешение довольно слабо. Эти команды уже встречались в наших соревнованиях. В 2018 году играли в серебряном кубке конференции А. Тогда 2-1 была зафиксирована победа Нордеа в 2017. Два матча по одной победе в 2016 году. Одна ничья и победа Зарубежнефти со счетом 2-1. Весеннее первенство Зарубежнефть у нас пропускало, так что возвращается в наше соревнование после определенного перерыва. Мы помним Зарубежнефть в первую очередь по выступлениям Мадьярова и Исаева, но в этом матче их на поле нет. Несколько обновленный состав Зарубежнефти сегодня на поле. Придется играть тем составом, который есть. Я думаю, что Зарубежнефти без них показать игру. Нордеа сегодня предстоит еще матч против РТРС, а у Зарубежнефти две игры против Капитал Лайфа и против РТР. А вот вы Зарубежнефти. Пробить середины поля. Ну, это такой удар. Не допустить контратаку. Ну, по возможности еще угловой заработать. Борьба за мяч. 10-метровые отметки от ворот на РДР сейчас спаслись. Столкнулись сейчас два игрока в зеленой форме. Если уж устанавливать игру, то непосредственно им. Все, все поднялись, все в игре, можно продолжать. Прошла передача между ног. И Нашивочников забивает уже в пустые ворота, естественно, разводит руки сейчас. Вратарь Зарубежнефти не понимает, что же произошло, но, видимо, вот это выступление двух футболистов-нефтяников вызвало мнение в сознании. 1-0. Вперед выходит Нордеа.
Дриблинг на своей половине поля ничему хорошему обычно не приводит, а здесь... Зарубеж нефть. Они проиграли. Здесь придется атаковать позиционно. С ударом явно. И снова нету численного преимущества у зарубеж нефти, слишком сильные атаки. Фол. Без желтой. По звездку нужно стандарта разыгрывать, показывает арбитр. Была удара, такое начало комбинации, но недопоняли игроки друг друга. Продолжительные споры с арбитром, но ничего, они не закончились. По контролю мяча, по количеству пасов, комбинаций, ударов, чего угодно. Преимущество у зарубеж нефти, но главное, что нас интересует, это счет на табло. Пока он в пользу Нордеа абсолютно значения не имеет. Хороший дриблинг. Ну и осталось только забить. Торопили сейчас вратаря, и хорошая у него получилась передача, такой удар опасный, но не количеством пытается брать Нордеа, а качеством. Минута 10 до перерыва. Интересно разыгран угловой. Ну, здесь вопрос, не было ли нарушения правил. Возможно, и нам потребуется посмотреть повтор, потому что точно определить. Давай.
момент очередную НРД штанга, теперь за рубеж нефть пошла. Время есть еще у зарубеж нефти, чтобы забить хорошее настроение, инициировать перерыв. Нет. Сирена. Итак, второй тайм. Зарубеж нефть в зеленой форме, НРД в синий. НРД ведет 1-0. В середине первого тайма удалось отключиться. Забил нашивочника, вывели его передачу уже на пустые ворота. Промахнуться было намного тяжелее, чем забить. Официальные статистики у зарубеж нефти. В первом тайме 4 удара в сторону ворот. Створ. Не попали ни разу. У НРДА 5 ударов по воротам, 4 в створ. Нарушение правил на ДА. Неудачный разрыв стандарта, слишком высоко был мяч поднят, но задумку мы поняли. Надеемся сразу пробить против. Сунный футбольный привет. Мяч в поле. Время истекло, слишком долго собирались ходом мяча с линии поля. Я решил, что надо это сделать быстрее. Поможет, поможет! Что мы здесь, Лёв? Лёв, что мы здесь? Есть вариант на передачу сделать. Врежнему очень мало ударов по воротам из рубеж нефти. Тебя все такие, о, как же я люблю красный крой, я буду сидеть и дать их слышать. Зарубеж нефть во втором тайме, очень много контроля мяча. Жалко, что нет у нас официальной процентовки по владению мячом. Но можно сказать, что зарубеж нефти было бы огромное преимущество.
Удалось пройти двух защитников. Третий обыгран фактически был. Нет, оттеснили без нарушения правил удара. Нет, не удар в ворот. Ау! Встречу с мячом нужно выйти через центр. Падение. Повтор с нарушением правил. Здесь желтые игроку нефтяников за разговоры. Довольно простую комбинацию придумали, оставалось только ее реализовать. Ну и все мы знаем, что футбольное правило, и знаем, что случается, если не сбиваешь сам. Хотели вывести на пустые ворота, но как тогда, на шивочном этого случая, с первым забитым мячом не получилось повторить. Да, в концовке даже я стал смотреться поинтереснее. Пауза, которая нужна за рубеж нефти, как раз для того, чтобы отдышаться. И все-таки в концовке открывать достойно. Слишком явным стал привес Торде. Меньше 3 минут до финального свистка, и здесь долго отдыхать судьи не дадут. В конце концов, доиграть с лишней минуты, и дальше можно идти заниматься своими делами. Ну, только не забывай, что идти на другим сегодня еще на площадку выходить. Рубежнефть немного отдохнувшая, но вот расставились по позициям. Потеря в центре. Передачу сделать не только на фланг, а тут не пробиться. Голкипер закрывал ближний угол. Всем составом за рубеж нефти чужой пару. Скамейки бросает мяч сразу в чужую штрафную, там кто-нибудь зацепится. Высокий наш Ивочников там был, автор первого забитого мяча.
вдвоем выходить, играть Кинардиану в чужие ворота. Зал разыграли на ближнего. Два игрока Нарды отрезаны сейчас остались. Сейчас уже Зарубежнефть может подключать вратаря к атаке, и вот как раз он в центральном круге находится. Мяч в игре. Забрал штрафную. Играть всего ничего остается. Но вот забей сейчас Нарды. Уже Зарубежнефть не спаслась бы. Можно исполнять штрафной. И просто чудом каким-то бешеным летает в сетку. Хороший получился. Навес, ну, не зря игрок просил 5 метров. Понятен его замысел, если бы соперник ближе находился, то не прошел бы этот навес. Удар сразу с центра. Все. Середа чуть-чуть не додержала Нардеа победу. Нардеа победу. Нардеа победа. Это паузу рубежит.